Дорогие друзья и зрители канала Лошади, Ослы и Мулы, приветствую вас на своем канале. Сегодня я вам покажу еще одну свою подопечную, Калинку, которую я уж не стала снимать. Я уж не стала снимать, как я ее ловила, как я ее приучала. Очень чуткая лошадка, есть одно но. До сих пор не могу ее приучить вот полному доверию, что-то как только я подхожу, ну вот вы сейчас сами увидите, она ко мне поворачивается попой, а это говорит еще о недоверии. Но лошадь маленькая, и возможно, действительно, пока просто она не созрела, чтобы окончательно доверять человеку. Калинка! Калин! Иди сюда, моя девочка, иди сюда, моя хорошая. А тут где ты ставишь? Калин, ой, ты моя хорошая, мамочка. Мамочка, котенок, спокойно, спокойно, Калин. Не бойся, моя девочка, моя хорошая. Ну вот вам, наверное, не было видно. Уроки дали свой результат. Сегодня я к ней подошла без проблем, но испугалась она, правда, котенка. Котенок у меня, вот он опять об ее ноги трется. Он вроде бы добра желает, спокойный, хороший, но может пендель получить, конечно, от испугавшегося зверёныша, лошадиного детёныша. Хороший, Калин, Калин. Ну что это такое? Честно говоря, сейчас она напряжена сильно именно из-за кошки. Из-за кошки, которая лежит прямо возле ее ног. Моя девочка хорошая. Пошли гулять. Пошли погуляем по дороге. На кота не наступи только. Сейчас я вам его покажу. Кот вальяжно развалился и запугивает лошадей. Вот он. Вот он, этот кот. Вы его видите? Наглую кошачью морду. И пошли, Калинка. Идем. Идем, Калинка. Калинка очень хорошо научилась следовать за мной. Справно. Сейчас немножечко погуляем по дороге. На дороге я ее привязывала, как вы видели в других роликах с другими лошадками. Ей достался в этот день ей и ее подружке Афродите, которую я вам тоже все-таки покажу. Им достался грузовик, несколько раз проезжающий туда-сюда. Так что теперь они ученые у меня лошадки. Сейчас мы погуляем немножко, и вы увидите и Виточку, мою лошадку-бедокурщицу, с которой я давно хотела вас познакомить. Бедокурщица опять поранила себе ногу. Когда-нибудь я про нее все-таки сделаю видос. Когда она была еще маленькая и худенькая, я с ней в занятиях дошла даже до одевания учебного седла. Идем, 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 Калинка, идем. Идем, моя девочка. И на этом мы остановились. Седло одели и остановились. Все. Дорогие друзья мои, я вот так вот до 5 минуток вытяну и закончу на этом наш видос, потому что болит рука держать так телефон. Надо было селфи-палку свою брать. Давай, разворот. Браво, моя девочка, браво, какая чуткая лошадка Калинка. Прислушивается ко всему, осталось только добить доверие абсолютное, и тогда можно выпускать
к остальным лошадям. А тут сопровождающие наши. Видите? Все участвуют в утренней прогулке. Идем, 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 Калинка, идем.